Рональд Уизли! Пока ты где-то шлялся, нас с Гарри чуть не убила огромная змея! Эй, Гермиона, стой! Мы уничтожили Крестраж! Этот олень, лань, привела нас к мечу Гриффиндора. Гарри чуть не утонул. Рон спас меня. И он разбил мечом Крестраж. Ты полагаешь, этого достаточно, чтобы искупить твое бегство? Крестраж уничтожен, но осталось еще три. Так, я кое-что нашла. Смотрите, этот символ везде встречается. Вот, в сказках Барда Бидля, на кладбище в Годриковой впадине. И на свадьбе? У Ксенофилиуса Лавгуда? Может, Ксенофилиус про него знает? Лавгуды живут там, недалеко. Думаешь, Ксенофилиус знает что-нибудь полезное? То есть он как бы сумасшедший. Надеюсь, он нам что-нибудь скажет. Кроме символа, нам не за что зацепиться. Дамблдор точно хотел нам что-то сказать. Иначе зачем он оставил мне книгу? Навестим Ксенофилиуса и выясним, что он знает. Рон! Надеюсь, Ксенофилиус нам поможет. Ну, разбил его, конечно. Этот знак, который обнаружила Гермиона. Понимаешь, это все же Ксенофилиус. Он вполне может сказать, например, что великого четвероногого короля Наргов. Осторожно! Становится жарко!
Остолбеней! Надеюсь, он поможет. Без подсказки. Yeah.
Простите, мистер Лавгуд? Что? Ты кто такой? Что тебе нужно? Я Гарри Поттер. Мы уже встречались. Конечно. Конечно. Заходи.